Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Отдых позади, впереди целый год плодотворной работы. И начнем мы его, нужно было бы начать с чего-то знакового, но возможно это и есть знаковое. Google он, ох какой. Начнем мы его с продолжения одного из недавних скринкастов о работе с Google Tag Manager. В прошлом видеоуроке мы с вами настроили Google Tag Manager и подключили через него Google Analytics. Вот, Google Analytics работает, все считает. Даже кто-то заходит на сайт. Странно, это тестовый сайт, он в общем-то закрыт от индексации. Неважно. Теперь давайте создадим событие и попробуем его отследить. Событие – это какое-то действие человека на сайте, которое нам для чего-то нужно. Например, чтобы подсчитать конверсии. Неважно. Зачем это вам нужно, решайте сами, а мы посмотрим, как это сделать. Например, у меня на сайте есть очень важная ссылка, и я хочу отследить, сколько человек на нее нажали. Вот это. События могут быть разные, например, заполнение формы. Вот хочется мне узнать, сколько человек заполнили форму подписки на рассылку на сайте Теплицы. Но вернемся к нашей ссылке. Сначала нужно подключить переменные. Что-то сейчас может быть непонятным, но, как говорится, просто следите за руками. По умолчанию все переменные отключены. Можете подключить все, но мы ограничимся только ссылками. Ну и формы тоже заодно подключим. Все, идем в теги, создаем новый тег. Название любое, это для вас. Далее тип. Что мы отслеживаем? Мы отслеживаем события. Категория событий и действия. Это тоже для вас. Поэтому пишите, что хотите, но помните, что и где вы писали. Потом тоже увидите, где это всплывет. Ярлык и значение пока не заполняем. Настройки Google Analytics выбираем те, что уже есть. Это наши настройки. И теперь нам нужно добавить триггер. Триггер – это условие, при котором наш тег срабатывает. Добавляем новый триггер. Выбираем тип. Мы с вами будем отслеживать ссылку, поэтому выбираем только ссылки. Если бы мы хотели отслеживать отправку формы, выбрали бы этот пункт, но у нас ссылка. Давайте сразу назовем, все равно придется это делать. И нам нужны не все ссылки, естественно, а те, что нам нужны. Выбираем, при каком условии включается триггер. Тут как раз сейчас все переменные, которые мы подключали в начале. Клик – это ссылка, мы можем указать ее класс, ID, текст и так далее. Что это такое и где это брать? Это некий маркер, по которому мы можем узнать наш элемент. Он, естественно, должен быть уникальный, то есть это должно быть только у этого элемента. Вот, например, форма на сайте Теплицы. Нажимаем F12, вызываем исходный код. Вот тег формы. И у него, видите, есть и ID, и класс, и вообще гуляй не хочу. Мы бы просто выбрали форм класс и отлично. Что со ссылкой? А тут нет вообще ничего. Есть color, но это не считается. Но тут есть сама ссылка, есть URL. Кстати, если нет вообще ничего, можно использовать текст. Или добавлять текст вторым условием. Но мы возьмем URL и вернемся к триггеру. Итак, клик URL содержит равен начинается, заканчивается. Но мы скопировали URL полностью, значит равен. И равен он тому, что мы собственно скопировали. Все. Сохранить, сохранить. И у нас есть новый тег. Отлично. Давайте посмотрим, что происходит на сайте. Для этого зайдем в предварительный просмотр. Это фича для отладки настроек до публикации. Очень, надо сказать, удобная. Обновим страницу. И вот видите, внизу появился виджет Google Tag Manager. Мы видим, что есть уже исполненный на странице тег Google Analytics, он сработал. А есть тег, который мы встроили, клик на Юле, но он еще не сработал. Он сработает при нажатии на ссылку. Вот видели, он даже успел перескочить в исполненные. И теперь, если мы перейдем в Google Analytics и посмотрим на события в режиме реального времени, то увидим одно сработавшее событие. Вот как раз действие по событию. Помните, мы указывали категория. Ну и вот оно, стремительно удаляется во времени. Тут по-хорошему надо бы еще настроить конверсии, причем не в реальном времени, а вообще. Задать цели, но это тоже задача не то чтобы сложная, но не минутная. Поэтому я думаю, мы к этой теме еще вернемся в одном из ближайших скринкастов. Да, и не забудьте опубликовать изменения. Пока это был лишь предварительный просмотр. Все, теперь у нас есть событие, созданное с помощью Google Tag Manager. С чем я, собственно, вас и поздравляю. А еще с прошедшими Новым годом и Рождеством. Все, любите друг друга, помните, Google он, ох, какой удобный. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.